Прекрасные голубые ели радуют глаз посетителей в сквере на Талсинской. Каждая – символ крепкой международной дружбы. Первым делом во время визита в Щелково делегация из немецкого города-побратима Щелковского района Хемер посещает этот небольшой парк, чтобы продолжить старую традицию. За период почти 25-летней дружбы руками представителей немецких делегаций в сквере было посажено порядка 10 деревьев. Это пастор Грот. Пастор Грот. Дорис, вот в серединке Дорис, он голубая. Дорис Эппин. Дорис Эппин, да, Дорис. Alle gut gewachsen. Das heißt, es ist ein gutes Beispiel, so ein Symbol für die Freundschaft. Очень хорошо выросли ели, он говорит, и это прекрасный символ нашей дружбы. Самые крепкие, самые хорошие отношения с этим городом, поэтому великолепную традицию наш ветеран Дмитрий Иванович ведет уже много-много лет. В этот раз прекрасный экземпляр канадского клена посадил бургомистр города Хемер Михаил Хайльман. Эту должность он занимает менее полугода и впервые посетил Щелково в таком статусе. Однако международную дружбу уже ценит очень высоко. Я считаю, что это просто замечательная традиция – посадить дерево, когда приезжает делегация. И я очень счастлив, что город Хемер посадил представителей Хемера много деревьев. Они символизируют стойкость нашей дружбы. Наш сквер пополнился еще одним крепким деревом дружбы. Вот. И я думаю, это очень положительно, хорошо. И делегация увидела, как наш сквер развивается, дружба, видите. Более 150 деревьев, вот, наверное, 151-е дерево посадили. Крепкое, хорошее дерево. Что ж, будем надеяться, новый клен приживется и будет крепнуть, а вместе с ним и дружба между Щелковским районом и Хемером. Александра Гранич, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».